Да, ведь человеку 34 года, и зовут его Денис. Да. А что там юрист ответил? А какой именно? Мой или Никита Игоревич? Никита Игоревич. А, Никита Игоревич. Сейчас я спрошу, что он ответил. Сейчас. А, сейчас я отключу микрофон. Алло, Ренатик, здравствуй. Как у тебя дела? Как там прошел все этот судебный процесс вообще в целом? Чем там занимаетесь? Заходите в Дискорд. А? Что такое? Ты не отключил микрофон, брат. Как не отключил? Так я ничего не говорил вроде. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ты же вроде юрист хотел написать, а про какому-то Ренату. А какому Ренату? Кто Ренат? В смысле Ренат? А кто такой Ренат? Равлик, журавлик, чел. А Ликитун? А Ликитун это я. Это у меня погандопало такое было. Меня в школе называли Ликитун. Ликитун — это же покемон с огромным языком, я посмотрел. Ну да, это я. За какие такие заслуги тебя называли Ликитун, брат? А потому что я сильно здоровый был. Сильно большой такой, блин. А язык при чем? А язык — это просто язык у него большой. Это ничего не значит. Просто сам по себе большой покемон. Я покемон. Не рассказывал казус один раз случился? Нет. Пиво, блядь! Короче, лежу и готовлюсь ко сну. Лежу, что-то бзнул, причем так вонючего. Только-только бзнул. Да-да. Бзнул, пернул. Вонючее, да. И, короче, да. Тут моя девушка такая прибегает что-то в комнату, одеяло так раскрывает, ну, поцеловать мне хотела. И дюзнул. Я делал так. Ну, у меня тоже самое было. Я тоже, я такой лежу в кровати, она пошла, в туалет. А я такой думаю, наконец-то хоть пердану сильно. Я как дал смачного, понял, лютого пукиша. И тут раз, она через секунду заходит, такая, кое-что хотела взять, она такая, дай поцелую тебя, понял? И такая ко мне, у меня прям этот, понял, аромат пошел. Она такая, фу, ты что, пернул? Я такой, ты что, дурная, что ли? Я говорю, кот ебаный. Я знаю, что ты хочешь нож в КС-ке. Так забери его на Epic Drop за выполнение простых заданий. Подписаться на ВК, добавить сайт в ник Стима, сыграть в бесплатную мини-игру и так далее. Квесты эти находятся в операции и стоят она 600 рублей. Но для зрителей этого канала я оставил ссылку со 100% скидкой на операцию. 0 рублей вместо 600. За 15-й квест операции забирай тайное АВП или перчатки. За 30-й, 45-й только перчатки. А за прохождение всех заданий лутай гарантированный нож! В общем, ссылочку я оставлю снизу и промокод на 15% тоже. Ставь ролик на паузу и проверяй самостоятельно. Я сейчас начал заниматься аж биткоинами, то есть создал свою вот эту вот тему, да, биткоиновскую. Пишешь биткоины, да? Ну, делаю биткоин, сейчас это, занимаюсь цифровой валютой. Миллионы вложил, понял? Кто хочет, может сделать взнос тоже в Mammoth Games. Ой, Mammoth Coin есть у нас такая. Да. Я сейчас занимаюсь, да, активы, пассивы. О! Вот это наша, блядь, профессионал. Во! Молодец! Во! Молодец, зазвездился, нахуй. Во! Бля. 30 человек, и тут им позорились. Молодец! Я вообще целился в капот. У тебя переизбыток женщин в последнее время, месяц? Нет, честно сказать, вообще нет. Недостача, я бы сказал, потому что ни одной из них не было у меня в постели за последние полгода. Ни одной. И это, я считаю, упущение с моей стороны. Да. Вот Татьяна день. Вот Танечка, которая пожилая Танька. Танюха, бомба. Ты понял. Танечка. Та самая, да. Я вот думаю, может, все-таки проявить любовь к ней и трахнуть ее.
Ну, она же симпатичная женщина. Ну, да. Ну, а чё, блин? Если ты не хочешь, так я возьму. А чё? Она же классная. Это ей уже почти 100 лет, и она слушает рэп. Где такую еще найдешь? Да нигде, блин. Еще и живет во Франции. Ты меня слышишь, Батуаня? Коля, я хотел тебя спросить. Ты знаешь кого-нибудь, кто ведет чат у Влада Кавакаса? Слышишь, ты? Понял меня, да? У Владика. Это вот что за чумба-юмба? Попроси там, чтобы мне разрешили кружочки постить. Я тебе сейчас скажу, дам кружочек. Убери, а? Убери. Убери. Ты понимаешь, на что ты меня подписываешь сейчас? Она же приедет ко мне. Ничего страшного. Если я с ней сконтактируюсь еще дальше, то она же от меня хуй отстанет потом. И будет потом у нее называться видео не «Правда о Европе», а «Правда о Самаре». Нахуй мне надо. Я теряю, для меня нет слова «измена». Пойти выебать другую бабу, при этом у меня есть девушка, если так даже, то я не считаю, что это плохо, типа, вообще похуй. Рассказывай, какой ты мужчина, закончи стрим. Чего купи там, подарок Ролинке, потом начни рассказывать там, снова про... Чё бы там такого, типа, когда хуй засунул в дырку, я не понимаю. Что-то поменяется с твоим хуем или с ее дыркой? Ничего не поменяется. Поэтому я не вижу в этом ничего плохого. А тот, кто вот это заморачивается на этот счет, тот страдает и живет как кусок дерьма, типа. Вообще, я считаю, те люди, которые обижаются в измене, это не люди, а куски дерьма, которые закомплексованы. Вот. Ну, изменил тебе кто-то. Хочешь изменить, иди измени. В чем проблема, да? Мне вообще на это похуй. Валера! Я живу полноценной жизнью. Валера! Ну, вот и все. Человек умер, пока измена была. Я вообще-то нам за машину. Что, выходишку делать? Не-не, брат, играй. Не, давай выйду. Мне изменила девушка, которую я любил. Женщинам, конечно, выгодно, чтобы у нее был один мужчина, да. Я проще, а если мужчина, я буду, да. А может, мужчина, у вас надо быть, да, постоянно нужно. Жесть, я занимаюсь, секс, постоянно. И она, секс, и любовь, она завещает, женщина, в основном, любовь, а есть секс. Нужно, на самом деле, чаще, как рисунок. Поэтому, что мы прошу, я значит, плохие, потому что, значит, плохие, а это мудрая женщина, я понимаю. Поэтому, каждая мудрая женщина, мужчина, которая права, она женщина, вместе, она счастлива, вместе, она счастлива, она живет, она счастлива. Давай не будем о плохом, потому что Анечка фиксирует происходящее. Главное, чтобы Полиночка не фиксировала, понял? Чувак, вот. Ты пацанов хоть лупишь или как обычно дрочишь, но не поймешь, кому девкам или пацанам, как Батуа. Меня были прям в домике, братишка, приди помоги человеку. Человек упал от преследования. Меня машина убила. Я в дом забежал, но машина колесом уебендила. Братан, меня ебут девочки. Самотыками, понял, пихают во все дырочки. БДСМщицы. Помоги! Брат, помоги мне, толпа ебет уже, все, жопу разорвали. Ёб твою мать, у меня в жопу уже как покрышка от Белаза, брат. Помоги, родной, ты где, моя жопа тебя ждет? Брат, держись. Пи***а, все, у меня жопа лопнула. Все, у меня кишечник попался. О, все, я отсосал, ля. Да, а Коля. Получил, да, Коленька, я ожидал от тебя большего. Да, Коленька, да. Ты явно не ПБГ Глобал Чемпионшип. 10 пар точно, я знаю. А если... Людей, которые уже вот на моем потоке познакомились и прекрасно живут вместе. 10 пар точно, я уже знаю. А выгони жену, ой, выгони. Ушла отсюда. Сейчас не до тебя, иди. Маме привет передавай, долб***. Вот, пожалуйста, видишь, что? А ничего, что я тебя боюсь? Это твои проблемы, бойся. Хорошо. А как ты вообще можешь охарактеризовать ваши спинные отношения? Ну, как Каруман Масори. То есть, принеси, подай, пошел нахуй, не мешай. У меня 40-80. 40-80, да. 40-80 ти. Или какая она? А может быть ти? Нет, 40-80 ти. А может быть ти? Кто, я? Да, ти. Иди нахуй. Мощная. 16, я буду оперативки.
А, так это детка, та самая, которую ты покупал для прыгающего мальчика. Да, да, да. Если ты девушка и хочешь себе мальчика, твой идеал мужских имен будет. Это либо Валера, либо Диса. То есть Дэн, Денис. Денис Дева. Это идеальные мужчины, которые ценят и уважают Дева. Женскую пи***ду. Да, да. И Валера Шмель. Вообще Дева самый сильный знак зодиака, самый крутой. А Коля? Коля это погоняло. Ага. А что ж у него в паспорте написано? Николай. Посмеялись паспортом стороны человека, мы оставили. Как я и чувствовал, как я и предполагал, будущее Дмитрия Урича было мною просчитано еще на тот момент, когда я впервые с ним познакомился. То есть он нашел себе пи***ду, пошел на завод и сейчас живет с ней. Времени на времяпровождение свое личное у него нет. Вот и его, собственно, будущее. То есть я Урича прочувствовал сразу. Причем он познакомился с девочкой на трансляции, потом с ней жить начал. Я сразу понял, какую он себе выбирает судьбу. Вот. Ну, ему нравится. Главное, чтобы он был счастлив, правильно? Опа. Блять, брат, брат. Нормально. Выпрыгивай. Нормально. На изичах разбавили.